рад всех приветствовать на своем канале. Морозное утро у нас сегодня. Собираемся на работу. Взяли канистрочку, лопату. Проверили колеса. Вроде все у нас окей. Окей-окей. Едем за 20-40 в Гаврилово. За 20-40 едем мы в Гаврилово. Потом мы заедем в магазинчик строительный. Купим геоткань. И поедем на объект. Выехали на Скандинавию уже. Заснять. Тут уже процесс идет полным ходом. Давно не проезжал. Лес спилили, так стало просторно вообще. Даже непривычно, как будто на какую-то другую дорогу попал. Заправки как-то стали по-другому стоять. Как будто. Дорога, в принципе, не скользкая. Хотя, ну, достаточно сильный минус был ночью. Ну, на Каенах-то, конечно, аварийки моргать не надо. Это ребята такие непростые, деловые. Колея, правда, увеличилась. Пипец кидает. На КамАЗе, по крайней мере. Я думаю, уже и на Мерседесе на четырехосном тоже будет кидать. Какая она неприятная здесь. Но также в нее не попадаю немножечко. Все-таки она больше от легковых машин, чем от грузовых. Ладно, что, врубаем круиз и прям дальше. Подъехали в карьер. Очереди нет. Зеленый свет горит. Походу я сейчас сразу же проеду. Это замечательно, не может не радовать. Это просто огонек. Ну что, выписал талон. И подъезжаю на погрузку, я сразу же подъезжаю, очереди нет никакой. Канистра на месте, лопата тоже не улетела. И это хорошо. Единственное, что у меня рация не работает. Ладно, покажу жестами. Ну все, встал на погрузочку, дядька вроде меня понял, что мне нужно по борта погрузить. Так что грузимся. Гаврилова все без изменений. Фракции находятся там, где они всегда раньше находились. Ребята все-таки те же вроде бы на погрузчиках работают. Все красавчики, все хорошо грузят. Молодчики. Большое им спасибо за это. Вот, что у нас там сейчас по времени? 10 часов, 12 я буду уже на выгрузке, скорее всего. Сейчас заеду на заправку. Надеюсь, денежки уже дошли до них. И я сейчас заправлюсь. В принципе, до полного бака. Это было бы вообще замечательно. План таков. Ладно, сейчас погрузимся, поедем на заправку. Ну все, взвесились. Все отлично. Колеса, правда, что-то как-то в раскоряку стоят. Ну это ж КамАЗ, управляй мечтой. Ой, камеш. Нормально так погрузил, в принципе, меня. Сейчас накроемся. Накидал, правда,
не очень правильные места. Но я думал, не специально. Ну все, сзади все отлично. Сыпаться не будет. Задняя крышка, блин, опять отошла. В этом месте. Блин, КамАЗ, ну вот как. Блин, хамуха. Ладно, не будем о грустном. Все, накрываюсь и выезжаю. Пипец, приехал на заправку. Говорю, давайте посмотрим, сколько у меня денег на карточке, хочу топливо купить. Нет, нельзя. Они не проверяют карточки, сколько на них денег и все в этом духе. Сначала заправил, потом оплатил. Не хочешь, не бери. Ну, короче, я как бы поехал дальше. Пошли куда-нибудь погулять. Не буду париться, все равно в ближайшее время поеду на Мерседесе за этим гранитным большим щеком. Его и заправлю. Купил я Mega Isol 150 по плотности. В принципе, это минимум, который я обычно использую. Но больше не было. Так что возьмем этот. Ну, как-то так. Поместили. Не очень удобно. Но другого места нет. Поехали. Сейчас подъедем, наверное. Да, может быть, уже пообедаем, хотя рано. Еще даже 12. Хотя нет, будет 12, когда я приеду. Да, наверное, пообедаю. И потом уже начну. Чтобы уже не отвлекаться на обед. Так и сделаем. Какая-то шаверма очередная открылась в Рощино. Шавермы как, не знаю что, растут. Ну что, мы приехали. Как я и говорил, 12:20 уже почти. Как раз пообедаем и будем работать. Обед я обычно в контейнере кладу туда колбасу, включаю наверх на полную печку.
и он подогревается. Не так, как, конечно же, на сковородке, но все равно тепленькая такая еда получается. Очень даже нормальная тема. Долго, правда, надо держать. То есть, я вот даже окошечко открываю, чтобы здесь не жариться в машине. В машине становится жарко просто. То есть, я во всей технике так делаю. И в Мерседесе, и на экскаваторе, погрузчике. Так, сначала надо будет здесь все сейчас разровнять аккуратненько. Лопаткой там, всеми делами. Сейчас тогда поставлю куда-нибудь в сторонку машину, пообедаю, разровняюсь и уже буду подъезжать, погружать, наверное, на дорогу буду. Там посмотрим. Ну что, экскаватор завели. Чуть прогревается, здесь, конечно, промерзло все капитально. Но сейчас оттуда, с той части, возьмем, протянем песочек, все это подровняем, разровняем, берем камни, если они присутствуют. И будем уже стелить геотекстиль. Геотекстиль постелим. Даже не знаю, наверное, я попробую все-таки сюда спуститься. Аккуратненько здесь себе съезд сделаю. И спущусь уже вовнутрь прямо на геотекстиль. Разгружу машинку прямо на геоткань. И потом ее просто разровняю. Как-то так. Разгрузился я, забыл накрывашку снять. В принципе, ничего страшного не произойдет с ней. Все, сейчас разравниваем потихонечку, во все углы запихнем, по всей площади разровняем, и работа выполнена.
Так, ребят, ну, в общем-то, и все. Закончил я объект этот. Ну, как закончил. Понятно, что еще что-то будет довозиться, привозиться. Но вот то, о чем договаривались, те работы, которые планировались, я, в принципе, выполнил. Складировал землю, складировал песок, разровнял там, подровнял немножко здесь, устранил здесь провал из-под траншеи с помощью отсыпки, выборки глины и отсыпки песка. Техника здесь, конечно, ну, долго не отъездит, но теперь пешком здесь можно спокойно передвигаться, ходить и все что угодно делать. То есть у меня как бы есть вопросы к холмам, к этим. Будут ли они здесь оставаться или нет. Но об этом, я думаю, мы поговорим еще. Главное сейчас рассчитаться, чтобы не было никаких вопросов. Пожать руки, чтобы все всем понравилось. И мне, и заказчику. Вот. Дальше что? Здесь оставил я щебень. Щебень остался. Ну, там, может быть, еще надо будет подсыпать. Но навряд ли. Я думаю, даже немножко нужно будет подснять. Потому что брусчатка, я не помню, у нас в районе 10 сантиметров. Плюс-минус, если будут класть ее на этот уровень, то, в принципе, тут остается только уже песочек. Здесь остается немного поравнять получше лопатами, граблями и всем остальным. Оттрамбовать. И сверху уже сыпать песок, выравнивать и, собственно, класть брусчатку. Щебень для отмостки. Хватит, не хватит. Ну, скорее всего, нет, надо будет еще привозить. Просто здесь ничего не убрано, доски не убраны, как бы это не моя работа. Доски уберут, все здесь разровняют вручную уже. И будет, в принципе, красота. Ладно, буду я собираться домой. Сегодня у нас получается все. Кому понравилось видео, поставьте палец вверх обязательно. Это очень важно для меня, что вы смотрите вообще. Подписывайтесь, не переключайтесь, дальше будет интересней. Ладно, всем пока-пока.